извините за опоздание. Опять же, нужно проговорить это прочувствованно, потому что мозг сам эмоции не добавляет, особенно во фразы, которые вы не используете. Вот представьте себе себя, что вы говорите: «Извините за опоздание». Ну, вы, наверное, как-то по-другому все-таки выражаетесь, а не так вот дословно. «Excuse my being late». Тут идет нелюбимое слово самими носителями языка «being». Нужно два раза раздвинуть рот, уголки рта. Вот так, «being». «Excuse my being late». Простите мое действие, в результате которого я стал припозднившимся. Вот такой вот сложный смысл в этих четырех простых иероглифах. Excuse my being late. Извините за опоздание. Простите за то, что я опоздал. В общем, выберите свою собственную фразу. Тогда это можно будет усвоить и сделать фразу своей.